прошедшие выходные в Ульяновской области выпал долгожданный снег. Пока ульяновцы поспешили на прогулки в парки и скверы, коммунальные службы вышли на уборку снега. По информации городской администрации, в очистке от снега дорог и придомовых территорий было задействовано 87 единиц спецтехники МБУ «Доремстрой» и 60 тракторов управляющих компаний. Сегодня в ночь работало 82 единицы техники, то есть работали во всех направлениях, в том числе включая 3-4 категории дорог. Работали, вывозили снег, за ночь вывезли более 50 рейсов снега. В понедельник на дорогах работает 78 единиц спецтехники. По городу будет курсировать 9 колонн. Каждая включает в себя 5 комбинированных дорожных машин, грейдер и трактор. Кроме этого, на трамвайных путях работает техника Ульяновск-Электротранса. С 4 часов утра выходит на линию автотракторная техника, 6 единиц, которая очищает трамвайные пути. В случае ухудшения погодных условий также мы привлекаем тракторы более мощные марки Т-150. По вопросам очистки дорог ульяновцы могут обращаться в диспетчерскую службу МБУ «Доремстрой» по телефону 35 40 78. По уборке придомовых территорий информацию можно сообщить в контакт-центр при главе города 73 79 11. Также работает центральная диспетчерская служба Ульяновск-Электротранса 58 46 60. По прогнозу синоптиков, снег продолжится на протяжении всей рабочей недели. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.